Недовольны работой полиции? Звоните на телефон доверия. Если вы знаете о фактах противоправных действиях либо бездействий полицейских, специалисты отдела МВД России по городу Междуреченску круглосуточно зафиксируют ваше обращение и проверят информацию. По телефону 2-14-55 граждане могут обратиться с информацией о преступлениях или правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Сообщить об их неправомерных действиях, о недобросовестной работе полицейских. Все звонки регистрируются и рассматриваются в установленные законом сроки. Надо отметить, что звонки принимаются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Телефон работает с функцией определителя номера абонента. Все поступившие звонки записываются.